И буквально пару часов назад у здания Одесской мэрии начались протесты. Родители пострадавших детей, активисты и просто неравнодушные жители города пришли требовать ответа от мэра Геннадия Труханова. Принесли с собой даже шины, но градоначальника на месте не оказалось. Протестующие начали штурмовать здание, пытались выбить стекло во входной двери. Во время одной из попыток штурма в толпу бросили светошумовую гранату. Завязалась драка, полиция применила газ и оттеснила протестующих. Но люди расходиться не собираются.